Добрый день, город Сан-Ремо. Продается недалеко от моря, где-то 1000 метров, вилла. Очень симпатичная, 250 метров квадратных. Земельный участок около 15 соток. Гараж на две машины, парковка на 4. Ухоженный сад. Здесь можно сделать бассейн, ну или здесь, то есть возможность бассейн есть здесь сделать. Дом не нуждается ни в каких работах. Очень опрятненький, чистенький. Система кондиционирования, индивидуальное отопление, все есть. Это у нас подвальный этаж, там технические помещения. Лимоны, самые вкусные, наверное, у нас сладкие. Вот это два места для машины. Примерно вот такая вот территория у него. Сейчас посмотрим, какой он еще внутри. Тук-тук. Это у нас вход. Просторный зал. Окна сделаны на английский манер. Витражные. Делать ничего внутри не надо. Ну, грубо говоря, это у нас зона столовая. Кухня, зал. Сигнализация здесь, видеодомофон. Здесь у нас подсобное помещение, опять-таки просторное. Постирочное. Гостевой туалет здесь. Владельцы живут в Монако, сюда приезжают на выходных, то есть такой гостевой дом. Очень добротная лестница из дерева.
Вид на море, как и снизу, так и сверху, море видно. Встроенные шкафы. Такой дом, домик на английский манер сделан. Очень аккуратный. Здесь просторная терраса. Ванная комната с выходом на балкон. И ванная с ванной. Вы знаете, сколько видел плиток. Ну, вообще, дизайн тех времен. А здесь как-то все сделано очень хорошо. И плитка подобрана неплохо. Еще одна спальная комната. С выходом на террасу. Ванная комната с душевой кабиной. И третья просторная спальная комната. Стоимость и описание посмотрите, перейдя по нашей ссылке, которая будет внизу текста. Там будет все написано, сколько что